Примером динамично развивающейся экономики являются предприятия, организуемые в свободных экономических зонах. Один из таких – проект по выпуску композитных плит в Новоийской области. Объект введен в эксплуатацию не так давно. Он нацелен на трудоустройство незанятой молодежи, импортозамещение и рост экспорта. Свободная экономическая зона Новаи. Здесь сегодня действует более 70 предприятий, ориентированных на выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. В целях создания самых благоприятных условий для инвесторов производственные мощности обеспечиваются инфраструктурой высокого уровня. Данный перспективный проект был презентован главе государства в ходе визита в регион в 2018 году. Это предприятие по производству композитного камня из мраморных отходов и архитектурных изделий. Объект введен в эксплуатацию за счет прямых инвестиций и банковского кредита в размере 40 миллионов долларов. Мощность предприятия составляет 300 тысяч квадратных метров агломерата в год. На сегодняшний день в предприятии работает более 50 сотрудников. С начала производства до сегодняшнего дня была произведена продукция на 350 тысяч долларов, которая 100% была направлена на экспорт. В настоящее время имеются дополнительные контракты, планируется производство агломератов из мрамора, которые тоже запланировано отправить на экспорт. Данный завод, по утверждению специалистов Италии, является 7-м в мире. Преимущество проекта в том, что на основе инновационной итальянской технологии и грамотного подхода к использованию отходов после раскроя гранитных и мраморных слэбов создаются возможности по выпуску камня любой расцветки и формы высокого качества. Примечательно, что с открытием предприятия была трудоустроена местная молодежь. В свободной экономической зоне Новаи только за текущий год реализовано 7 проектов стоимостью 118 миллионов долларов, за счет чего трудоустроено свыше 430 человек.